have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и сегодня с вами в Баратравме, но сегодня у нас сборный экипаж из 5 человек. Ребят, вперед, представляйтесь. Всем привет, с вами, как всегда, Адмирал Дред. Как всегда. Как всегда, сегодня, вот последние полчаса, да. Дальше, Пика, Слаг и Цуземе. Да, с Цуземе мы уже намотали не одну сотню метров вверх и вниз и всякое такое. Вот, все остальные сегодня будут новички. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Все, ребят, поехали. Запускаемся. Загрузка. Два грузка, три грузка. Я загрузилась. Есть, да. У нас красиво. А что за пролагивание? Это потому что... Пика! Ты видишь, что в чате происходит? Вот, короче, это все из-за тебя. Ой. Мы грузились 35 часов из-за тебя. Ладно. Меня до сих пор не загрузилось, блин. Может, и не загрузится. Сейчас этот 3-километровый чат прокрутится, и тогда, может быть, что-то и случится. Так, тогда, может быть. У нас помощник, у нас механик и у нас врач. Три бота с нами, кстати. О, господи. Где я? А еще я. В следующий раз пишите в чат вот так вот много, наверное. Да, конечно. А если мы в следующий раз не будем по полчаса готовиться перед записью? Так, ладно, народ. Вы ко мне пришли все? Я вообще тут был, это мой этаж, валите. Это мой этаж. Это наша корова. Я тут самый первый. Зачем? Кто в дренаж упал, блин, зачем? Там бассейн. А, у нас это люксовая лодка, что ли? Да. Люксовая. С блэкджеками, мамзелями, ну да. Так, народ, вы займете экипаж или мне ими заняться? Че? Надо их куда-то отправить. Че они просто так? Копать отсюда и до 5 вечера. А, нет, стоп, ты пойдешь вот это. О, хорошо. Так, найдите это... яд, я его вкрою. Так, я возьму-ка себе, наверное, сварочный аппаратец и возьму к себе дыхательную маску. Это у меня стала традиция. Подыхать от давления в дыхательной маске, так что нарушать эту традицию я не буду. Так. Ой, я запушу. Ну все, я готов на этот настрой. Круто, спасибо. На что они у нас на починку? А поврежденные заделать течь. Ну, я тоже буду, наверное, носиться, заделывать течь. Мы куда плывем? С пятачком. Антидот для сильного отравления. Для или от? Погоди. Иди сюда, Фрум. Да-да-да. Сейчас из скафандра одену, вылезу отсюда. Не подходи. У меня есть сварочный аппарат. Я не боюсь им воспользоваться. Давай бота. Так. А какая глубина максимального? Кстати, кто сонар врубил-то? Ребят, что, скучно живем, да? Да. О, снизу какие-то штуки. Ой, блин. Где у нас тут Battle Station? Стойте. Я эту лодку вообще не знаю. Вы что меня с ядовитым не закрыли? С ядовитым. А где? Дырка. А где Трелли? Где? Я не знаю, где Battle Station. Я не знаю вообще, где здесь что находится. У нас что, две пушки? Да. В смысле, да. У нас сверху две пушки. У нас разведочный корабль. Ты о чем? А почему мы взяли разведочный корабль? Потому что он подходил по количеству экипажа. В смысле? А не... а эту касатку вторую взять слабо? Это и есть касатка. Это первая или вторая? Это первая. Они одинаковые. Неправда. Не, они чуть-чуть отличаются. Там побольше пушек. Три раза. Вам не кажется, что это важно, нет? Почему назад плывем? Кто капитанит? Капитан. А почему мы назад плывем? По-моему, сказав это, ты стал капитаном. Там внизу очень много всяких непонятных точек. Которые мы не можем отстреливать, потому что пушки сверху. Очень круто. Фрум. А почему бы не плыть по дну? Мне нужен Фрум. Рядом с домом. Фрум. Смотри. Я тут что? Где? Что? Зачем это?
Я не знаю. Откуда у тебя эта штука на подводной лодке? Какая? С собой взял. Так есть. Что, я не понял, есть какая-то опция принести что-то из реальной жизни сюда? Как это? Нет, так на подлодке значит? Иногда клонский костюм есть. И маска, да. Да, и маска. Ну, маска. Маска чего? Погодите, не дыхательная маска, а маска. У вас потоп внизу. Это нормально, это балласт. Это бассейн. Чувак, это же люксовая лодка, это нормально, все хорошо. Смотри, приходишь сюда, начинаешь плавать. Его даже чинить не надо. А как они? Зеленые же это обозначаются монстрятинами. В смысле кислородное голодание? В смысле? Я чувак, ты слишком долго под водой находишься. Найди себе кислородную маску и плавай сколько хочешь. Так у меня голова над водой была. Не считается. Вода у него над головой была или наоборот. Так, что у нас тут? Антидоцианида? Что, блин? Жидкий тоник. Анапарализатор. Тут здравствуйте. Кстати, у нас лечит, цианида нету лекарств на корабле. Тут нет ничего, что убивает. Тут только лечилки. Тут есть я. Сказал Пика, который когда-то бегал с молотком по кораблю. Я тут было, что убивает. Смотрите. О, тут берем. Есть койки. Все, я спать. Где мой яд? Почему? Не взорваться. Не надо. Я лег спать, ко мне пришла какая-то Лариса. Нет, спасибо. Который один километр. Я понимаю, что, конечно, люксовый корабль, но не настолько же. Ребята, я там затопил вас. Не надо, я слышал какой-то удар, но откуда это было? Блин! Это снизу было. О, а чё? Вот там, иди, иди. Туда. Чёрт. Дырка где? Внизу. Давление есть, нет? Что? Что с пингами? Как, блин, падает по лодке? Кстати, насчет пинга, да, проблема. В смысле продуть балласт? Нужно сначала заварить продуть то, что... Продуть балласт! Звучит как крайняя мера. Нет, но я немножечко понимаю, что это такое, но здесь такого нету, потому что сначала нужно заделать течь в днище. У нас дна нет, дно съели. Я наверх. Я инженер, я наверх поднялся. Все, я не буду ничего чинить, отстаньте. Я вот починю вот... Стойте, в соседнем отсеке тоже течь. Реактором заниматься. Тут откачка идет, так, нет? А какой смысл реактором заниматься, если можно его на автоматическое управление поставить? А стержни сядут, ты что делаешь? Фиг ли тут? А, это шлюз, ну, шлюзовой, сядут, погоди. Ну, узнаем, когда они сядут. Ну, поменяешь. Фу. Твоя работа все-таки. Правда. А я-то думал. Прикинь. Я-то думал. Я, короче, плавал и думал, что когда один стержень кончается, то все, как бы, все. Я, кстати, не знаю, где у нас эти кислородные генераторы, я еще не нашел. Погодите. Может, я пробегал мимо, еще просто не увидел. Вот это вот мне надо. Ага. Я в ногу вколол что-то. Кому? Кто лодку управляет? Лодка на автопилоте. Я вколю вас. И уйди! Нет, это хорошее. Ага. Последний раз, когда мне такое делали. Я мимо тебя буду теперь только шифтовать. Ну тебя нафиг. Так, где мы вообще О, Дред! Что-то да, я так и думал, да что я ты ее здесь. Фу. Да, я тут. Отключи реактор, интересная кнопка, что она делает? И правда. Да хорош! Выйди от меня! Я тебя больше не вылечу, я выкину. Я-то думаю, блин, что я задыхаюсь, я в скафандре хожу. И у тебя воздух закончился, поздравляю. Кстати, баллон вытащи и поменяй, и поставь баллон на зарядку, надо только найти, где... Кислородная станция в мастерской. Сверху? Снизу, в самом низу, но не балласт. Okay, что ты делаешь? У нас дырка где-то. Да, где пробоина? Народ, говорите, куда пойти, что поглотать. Что за линия освещения какой-то? Вот, фентанил, я нашел. Какие все-таки страшные нас... Так, это медбэй. Где у нас мастерская? Рядом с медицинским? Или... Нет, у нас под реактором мастерская. И кислород тоже под реактором. Значит, сзади, я понял. У тебя травма. У тебя травма. Я тебя вылечу. Я же говорил, что это опасно, если Пика будет врачом, все пожалеют. Так, кого лечить? Ёлки, что за баги? Ладно, это не... Не, реально, слушайте, пингуем не по-детски. Меня по всей подлодке мотало. Ага.
У меня одного нету ничего. Сейчас собрались у комнаты реактора. Так, огнетушитель. Стержни. Я так подумал. Ладно, ребят, может быть, на 10-й минуте нашего задания мы все-таки определимся, куда нам надо. Зачем? Ну, бегать и просто орать, это, конечно, весело, но все-таки... Пока не помрем, чё. Так у нас капитан не плывет никуда. Капитан, плыви отсюда! Чего-чего? У нас задания нет. У нас нет задания. Да-да, кстати, мы спешно. Молодцы! Нет, ну пойдемте постреляем в кого-нибудь, что-то найдем, что-то... Даже в песочнице можно найти, что делать. Не знаю, я в тебя два фентанила вколол. Молодец. Это ты мой фентанил подобрал. Да, я, короче, твой фентанил подобрал, а сейчас вколол. Мне нужен физраствор, возможно, я сейчас на подлодке устрою... Не надо яйцо выращивать. Не надо яйцо выращивать, тебе не нужен физраствор. Мне нужен физраствор, нет, я хочу нужен. Выращивать яйцо. Что вы там собрались выращивать? Яйцо выращивать. Чье? Могу показать. Правда. Смотри. Яйцо такое, смотри, сейчас. Вот. Ты его только что отложил, фу. Это так выглядело. Неземные. Осторожно, мы сейчас куда-то вытаваемся. Нам нужно вырастить это яйцо. Наоборот, выше и назад. Ты чё, куда ты рулишь? Ёлки, народ, поехали чинить. Сейчас жахнет. О, слушайте. О, энтонол. Я нашел спирт. Что за тупые звуки металлических ударов? А, извините, это я головой бьюсь. А, блин, а кто весь физраствор реально взял? Я может, не прав. Может, его не было? А он всегда так вместе. Вот физраствор лежит 3 у капитанского мостика. Мне просто 6. Интересно, смогу ли я с помощью подручных средств вырастить яйцо грязевого раптора? Я смог. Правда, он на меня потом нападал. Ну так нет, погоди, так же можно боевку прокачивать. Вырастил, убил, вырастил, убил. Но яйцо-то одно. Вырастил, подождал уже. Второго яйца, убил. Не сопротивляйся, я тебя поливаю. Короче, в камере балласта будет яйцо храниться. А, погодите, все-таки 3 пушки. О, я вижу наш плавник. Никто же не против того, что я, возможно, нас погублю этим. Если нет. В камере балласта, тогда ладно. Не, в жилом отсеке. Короче, и вот тут спирт. Вот вы сейчас все пожалеете, что у нас нет офицера безопасности, ладно. А где у нас оружие? Кстати, а у нас без офицера безопасности есть вообще оружие на корабле, да? У тебя хорошо, вот оружие, дай, откройте, у меня доступа нет, вот оружие. Что? Фрум, у тебя на 600 секунд устойчивость к психозу, я тебе спирт дал выпить. Но у меня пока что не было проблем с определением собственного себя. Зачем мне психозу? Кто у нас капитан? Может капитан открыть оружие? Капитан, открой оружие. Дред, будьте... Капитан, не открывай оружие. Оружие, будет открой. Будет весело, я хочу остановить... Что произошло? Я тебя гаечным ключом сейчас забью. Кто орал? Погодите. Хотите, чтобы вы смогли открыть оружие? Я вскрою вам оружие. Акса, да-да-да, скрывай, давай. Отверткой чем-то можно. Режь. Бунт! Вскрываем бунт! Еще мне отвертка. Можешь вскрыть ломом, починить гаечным ключом. Во! Опа, открыто! Ух ты! А вот так мне нравится. Заходим. Я вот это вот, пожалуй, возьму, никто не против. Бобовик. О, это волшебный этот подводный бобовик? Бобовик, да. Револьвер, электрошокер. Так, я теперь офицер службы безопасности. Если кто-то против... Народ, а никого не смущает, что электрошокер в условиях частичной затопляемости может вызвать неслабые такие последствия? Насрать. Понятно. Полностью. Подводное ружье. Шоковая дубинка. Я в шоке. Дротики для электрошокера. Люди, у нас яйцо. Наручники! Я такой довольный. Я сейчас буду парализатор делать. А, стоять, где изготовитель? Что с игрой? Я кто не что знаю. Тут делает? Кто из изготовителя спер этот? То, что делал?
Я сейчас буду хреначить по газевому раптору. Кто я ничего не хочу сказать, но почему я меня пошел. Тут заперли? Где газевой раптор? Ну вот так вот бывает. Народ? Ну, играешь, а потом тебя берут и забирают. А, выпустите, пожалуйста. А ты где? Я ты там? Да! Кто тебя заварил там? Оно не заварилось, оно просто не открывается изнутри, я не знаю почему. А ты... Так, стоп, ты вылез. Видите, я нажимаю, у меня написано несанкционированный доступ. Так, ты вылез. Ну, я-то вылез, но там внизу кто, адмирал остался? Или... А, вон, да. Нет, туда можно спускаться. Я не могу. Ага. О! Спуститесь к складу, тут прикол. К чему? О! Погоди, подходи к яйцам чужих, это не такое себе... Это не яйцо чужого. Не-не-не, слышь, не выжигай. Ладно. Я хочу, чтобы оно заспавнилось, я по нему хреначить начну. Извини, кто это? Да вы сейчас с этого яйца друг друга перебили. Ребята, у вас есть параликс? У вас есть параликс? Отделение чего? Кто там катапультируется? Я катапультируюсь. У кого-нибудь из вас есть параликс? Астерикс? Конечно, а у кого нету? Ждем, пока оно вылупится. Я буду ждать, я сейчас одену скафандр и буду ждать, пока оно вылупится, окей? Нет, отделение это, чего? Да, куда? Да, я не понял, вы чего? Уйдите все со склада, вас может сожрать эта хрень, пожалуйста. Я не могу. Герпес! Действия выполнены профессионалами. Синий кто провод. Герпес? Кто выкинул меня. Синий провод? Я. Мади. У вас есть 40 секунд до того, как оно вылупится. Фрум, иди сюда. Да, адмирал, лучше в той комнате побыть пока. Сейчас, Фрум. Мне фигово, у меня спина что-то поломала. Вот это Фрум, да. Хватит мне вкалываться. Повреждение органа. От чего? Тошнота. Кого тут... Спать. У нас яйцо слось уже очень сильно. Помогите. Как, на кого развернуться? Вот иди сюда, кто мне тут колол? Иди сюда. Что за повреждение органа? Да фиг его знает. Хотите посмотреть на грязевого раптора? Я только яд умею колоть, что ты хочешь? О, вон он. Он сдох. Плохо. Ты страдаешь от резкой боли. Ой, тут какой-то таракан. Это мое. О, это тушка у нас сегодня на обед, да? Да. Труп. Так, а что с тобой? Че тебе так плохо? Капитану очень плохо, у него это... Мозги поплыли. Да мне пофиг. Кто фаер кинул? У меня у самого поплыли. Е-мать! А как этот герпес лечить? Актуальные проблемы, я смотрю. А чё? У кого герпес? У адмирала. У капитана. Когда догорит этот чертов фаер, поэтому меня этот звук бесит. Где он там горит? Их два, видимо, один там, один где-то еще здесь. Да подожди, можешь мне двигаться? Помочь? Я даже. Я... А, это ты. Я пытаюсь. Я не знаю, что тебе колоть. На вот это? Да где этот флаер, реально? Ой, у тебя еще нехватка кислорода появилась. Ой, реанимация. Ой. 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 У тебя череп сломался. Слегка. Деформация такая маленькая. Так, ладно. Почему мы стоим на активном сценарии? Ладно. Добейте его. Почему я задом наперед хожу? Я не знаю. Сдохни уже. Да. Во! Нашел! Эластичный бинт. Что за фигня? Нет, не нашел. Иди в жопу. Почему не работает? Да чё ты меня током бьёшь-то? Я электрик. Слушай, это фигня, офигел. У нас есть провода? У меня есть два каких-то провода. Кто там что-то слева варит, я понять не могу. Это не варит, это фаер горит, блин. Так уберите его. Я не знаю, когда он закончится. Так его подобрать можно. Ая, вы его в лодку засунули. Я хочу парализатор, а мне нужен параликс, а у меня его а нет. А мне нужны провода, я электрик, дайте мне провода. У меня, кстати, друг был электриком, он, короче, C4 подключил к кнопке управления двери. Так, вот провода.
О, провода! Вот тут, возле меня где-то. Внизу, не знаю. Да, вон. В этом шкафчике две штуки. О. Адмирал, я нашел то, что тебе могло бы помочь. Говори. Ну, у меня нет таких вещей. Мне нужен стабилоцин, антибиотик широкого спектра и яйцо виланоцепса каликса. Каликса? Яйцо, которое вы вылупили. Оно мне надо было. Не-не-не, это было другое. Это было грязевого раптора. И тут вопрос, что вы вылупились? Да, кстати, реально хороший вопрос. Попробуем подойти к аванпосту, там 200 метров, вроде не так много. Да блин, я хочу парализатор. Дайте мне парализатор. А смотрим, еще на что нас выведет автопилот, как он вырулит. Зачем? Фрум. А, где, что? Нейротоксин, это хорошо или плохо? Можно вопрос? Любой... Что делает эта кнопка? Да любой токсин, оно как бы не особо. Я... Здрасте. Я понял. У меня, кстати, друг был такой же электрик. Кто это? Зачем вы это? Зуземя электрик. Пожар в чертовой подводной лодке. Зуземя, короче, этой кнопкой и проводами подключил C4. Неправда. Это все ложь и провокация. Да. Причем. Ладно. Это обман. А вы что, все костюмы забрали? Все, а понимаете, обман. Я на реверсированном управлении плаваю. Ах ты ж, ё, мы куда-то... Дверь! Да так, у нас все плохо. У меня вообще костюма нет. На тазу. Поплыли по морю в грозу. Да ё-мо, пингуй. Чё так... Почему я плаваю? У меня такие пинки, что... Я плавал по воздуху. Вытащите меня по воздуху. Я за подводной лодкой. Да чини ты уже. Давай кто-нибудь в этот раз запустим. Бай, не надо меня жарить. Так, стоп, я без сознания. А, не, я нормально. Выплывай отсюда, чё нормально? А, ты в маске. Нет, я-то да, я-то в маске, кислород у меня есть, я просто на давление смотрю. Тут у нас смотри, ожоги. Вода уже идет вниз. Травма от удара тупым предметом. Я сейчас электрику подлатаю. Да чтоб твою... Лево-то. Поплыл в открытое космос. У нас у нас дна нету вообще. Я в камнях, вы о чем? Я умер в камне. У нас ядерный произошло. У нас Чернобыль. Серьезно? Посмотрите фото в чате. Я вообще в камне умер. У меня космический герпес. О, от адмирала подхватил. Так. Я от давления. Где чертовы костюмы? Да, костюмов, кстати, мало. Давление начало жать. Стой. Я больше никогда не возьму разведочную лодку. Хорошо. Берите лодку побольше. Тут побольше? Слаг себя застроил. Так елки-палки, я без костюма ничего не сделаю. Там давление давит. Я реактор пошел чинить, как дела? Давайте, у кого есть реактор, в нем дыра. Ну так дырки сначала заделайте, и потом реактор чините. Фишка в том, что я не могу на нижнюю палубу попасть без чертового костюма. Пока там, мы пока держимся, да. Возьми этот желтую штуку. Которая катает. У меня скоро закончится. У меня скоро воздух закончится, блин. Ходи на верхнюю палубу, возьми там, да. Баллон себе, ты держись, это самое главное. Я не могу ниже пойти, на этой палубе баллона нет. А над тобой кто-то. А, костюмы? Стой, в костюмах есть баллоны, да. Все, норм. Я починил реактор. Молодцы. Всё, норм. Сейчас сверху все заварим, возможно даже выжить сможем. Но это у вас медика нет. Ингерсия из-за герпеса. Отлично. Умер? А, нет, стоп. Все прошло. Может, сознание потерял? А, у нас стержни есть? Родерик отъехал. До свидания. Завершено? То есть все уже безвозвратно?
А вы посмотрите, предатель. Так мы что, с предателем все это время были? Ну, а там же было возможно. Да. А кто был предателем? Я. А, честно. Так, Лариса, ну, окей, я, Родерик под тяжестью, Дреда тут душья, Пика под тяжестью, понятно. Ясно, а понятно. Вы хотите видеть, что у меня есть? Чате фото. Я не хочу сейчас сворачивать, я потом гляну. Народ, давайте еще тогда одну сейчас карточку сходим, но на чем-то на другом, на Тайфуне. Да, и давайте, наверное, миссию возьмем, и на этот раз без предателей. Почему? Нет, давай с предателями. Нет, потому что... Хотя... Но с лодка сдохла из-за меня. Я ее не чинил, я ее ломал тогда. Ако, короче, предателя не может быть, а есть. Не. Да. Все, я начинаю. Давай. Погодите, погодите. Так что, на горбунке, что ли? Да. Хорошая лодка. 4-6. Ну да, нормально, с нами еще один бот будет. Хорошо, поехали. Я не против. А, давайте. Там можно, да, просто тыкнуть кнопочку. Вернулась и не открывается. А можешь, чтобы я... Кстати, да, у этой игры есть такой баг, что она сворачивается и зараза не открывается. Так что... Как понять, что ты предатель? Тебе начнут приходить сообщения. Ты слышишь непонятный голос у себя в голове. Нет, либо ты вспомнил о чем-то. Да-да, либо ты вспомнил о том, что хотел принести маме печень этого... Капитана. О, конечно, каждый день такое вспоминаю. Видишь, не успел проснуться, а уже вспомнил, нормально. Либо ты слышишь голос у себя в голове, это тоже. И либо ты, кстати, заражен, может быть, трупным паразитом. Кстати, да, есть такой вариант. Кто на рецептроне сидит? Я на реакторе, я не знаю. Я понял. Это я нашел разное. Против паралича. У нас медик просто этот. Он с нами по приколу просто зашел, короче, медик. Да. Он на самом деле только учится. А то, что я за предателя подыгрывал, это вообще пофиг, да? Ну ладно. То, что я был предателем, и ты мне подыгрывал, да, вообще пофиг. Да. Я дошел! Да ладно! Ну да. Все здесь. Фу. Что? Че ты гитару несешь, ты балбес? Блин, ты сюрприз испортила. Ёлки, это... Сейчас такая одна часть людей такая смотрит и думает, фига себе, Монгас прокачали. Другая часть людей смотрит, фига себе, этот метро прокачали. Кстати, она играет. Да я слышу. Минус авторские права. Это был дробаш или счет стрелял? Мне фигово, помоги. Врачебная практика. Сначала стрелять из дробаша, потом лечить. У него повреждение органа легкое. Или легкое. Легкое. Почему? Что? Что произошло? Не знаю. Кто-то меня гитарой стукнул. Почти что. Гитара 20-го калибра. Ни хрена, ты чё? У нас предатель на корабле. Да ты что? Кто-то поджег щиток. Тиндерин. Знаешь, что-то сейчас похоже на барда. Бард такой прибежал и начал бафать все, которые... Люди стоят, чинят, чувак такой стоит. Тиндерин. Да брось ты этот... Ай! Здрасте. Я дочиню этот щиток. У нас все горит. Да пофиг. И у нас... It's fine. Чем ожидали? У нас все горит. А каким образом у меня половина баллона всего лишь? Вы офигели. Мы с ним. Я умер. Да. Я вспомнил эту лодку. Это с вот этой вот лестницей, в которой, блин, фиг подымешься. Ладно. Дайте маску, пожалуйста. Я сдохну. А мне... Где сраная течь? Пожалуйста, я тут где-то этот без воздуха помираю. Не, меня разорвало, у меня грудная клетка оторвалась, походу. Черт, сейчас давление, вылечу. давление! Сейчас вылечу. Подожди. Вылечишь, да? Уверен, у меня грудной клетки нет, походу. Да мне все равно. Я там немножко подпаял, но там давление слишком огромное, я без костюма ничего не сделаю. У нас практически кормы нету. А какого хрена меня капитан убил просто так?
Действительно. А, ну да, это нормально, у нас просто адмирал Дред. Какого? Почему? За что? За что? За то, что импостер. Да не зря я в него вколол что-то. Ага, вот он и озверел, резко вспомнил, что ему надо домой, он тостер не выключил и все. Это я просто вколол. Вы, а как вы поняли, что я предатель? Я что-то пошел к батареям. Ты к щитам подошел, и они загорелись. Я к батареям подошел, короче, что, я тут включил, и все щиты начали перегреваться. Как вы поняли, что это я, блин? Потому что Потому что ты подошел, и они начали перегреваться. Так, кого не было рядом со мной, это вообще насрать, да? Так, у нас меж этими этажами есть вентиляции. Я через них смотрел за тобой и сказал. Да ты плохой. Я ничего не говорил, я догадался. Ну, нажмите закончить раунд. Да, кстати, нажмите, да? Пожалуйста, галочку сверху. Спасибо. Это у нас один бот. О, а чувак успешно выжил, нормально. Ты Джимми был предателем? Ему окей. Джимми был предателем? Да, я был предателем. А знаешь, знаете, это так странно было. Я стою, играю на гитаре, и щиток горит. А я, короче, я говорю, это было похоже, знаешь... Один проводок отключил и перегрузил все щитки. Вот. Вот эта фишка. Давайте с гитарой, попробуем. Это было там, кто-то тушит пожар, кто-то чинит, и чувак стоит на гитаре, играет, как барды в этих, в стратежках, типа бафают, стоят. Давайте возьмем маленькую лодку, чтобы нам было легче чинить. Давайте. Чтобы было легче сломать? Да, давайте, берите. Дайте пройти монстра, это вроде был пик. Я все за доктор. Добрый доктор Айболит. Он будет вас лечить. Ну, что на этом делать щитки, непонятно. С такими докторами, как Пика, то, в принципе, предатель это еще и спасение. Быстрее стопнешь. Остерегайтесь смотрителя. Не потеряйте рассудок. Мы с таким врачом предатель не нужен. Наконец меня заспавнило где-то не в подвале. Знаете, кстати, а на чем мы... Наконец-то меня заспавнили где-то не в подвале. Сочувствую. Мне на этот раз не дали плазменный резак, но зато дали лом. Не дали тебе почувствовать себя Айзеком, ну да. Адмирал, не стреляй по всем с дробовика, пожалуйста. Или это не адмирал? Это адмирал, адмирал. Это адмирал по мне убил. Меня убил. Адмирал, убери. Уже убил кого-то? Не, тогда. А. Импостер. А мы на этой подводной лодке, это... Чё за лодка, народ, я не заметил, что мы выбрали. Хемлок, это 2 метра на 2 метра, барсук. У меня квартира больше. А. Это от 1 до 3 лодка. Да мы... Выйди мне, выйди, блин! Кто открыл камеру балласта? Воу-воу-воу-воу-воу! А? Ау! Куда мы врезались? Я не знаю. Белый у меня попал. Мы сели на мель? Стоп. Пробоин нету. Балласты заполнены, но пробоин нету. Да, мы на мели. Мы на мели. Блин, передний балласт сейчас пробит будет. Пойду почему. Ты импульс пробил? Делаем импульс. Не, пробития нету. Оно поцарапано, но... Но нормально держит. Всплывите, пожалуйста. Водичка. Какая водичка? Все нормально. Я уже все заделал. Водичка уходит. Водичка-то есть. Водичка уходит, все, нету ничего, забейте, поехали дальше. И к тому же не было сигналки о полном пробитии, если что. Я возьму сразу маску. Я сразу с собой возьму побольше медицинских препаратов. Маска, да, маска нужна в принципе, чтобы она всегда была. Так, пакет с кровью. А, минуточку, кто это взял? У нас с собой вампир кто-то, да? Я. Да, я. Хорошо. Да что вы взяли всего 2 пакетика, чем вы будете закусывать завтра? У меня 4. Ладно. Мне так и это нравится. Кровь такая, ну рандомная, там пофиг, какой группы, какого резуса. Это, ну просто кровь. Кровь. Да. Кровь? Какая? Мультитул. Кровь мультитул. Опять же, у нас все больше и больше отсылочек на метро. Ладно, хорошо. Ребята, у нас пожар. Где? Мы опять с импостером взяли, ну блин, ёпара СТ. Да ты задрал флайеры кидать. Флайеры. Да ё-мо.
У меня уже и твоих флайеров в интернете лишь тут. И это сраная пробоина. А зачем ты их собираешь? Чтобы они не горели. Тут нет ничего, хорош, я уже все заварил. Ну, ничего не было в смысле. Я уже прошелся. У нас реактор горит почти. Нет, я, реактор это, конечно, хорошо. Почему вода не выкачивается? Знаешь, где-то что-то еще пробито. Но вот я... поджог. Я придумал, у меня же есть пушка. А если вы нормально. Не хотите, чтобы я вам вкалывал, я насильно вкалю. Так, нормально? Народ, с реактором кто-то будет разбираться, нет? А что с реактором? Ну, у нас нет энергии. А никого не смущает, что мы в темноте сидим? А, не, нормально. Ну, не знаю, я к отключению света такси отношусь. Я фалаю. Да не, он сейчас будет работать, отвечаю. Хотите, я сяду на реактор, буду управлять? Сядешь? Верхом? Да, верхом. Он быстрее запустится. Потом на автоматику переключу. Ну, почти выведен на норму, чуть-чуть еще. Кто такой нейролептик? Нейролептик это препарат, который вкалывается... Блин. Чем? Знания, вернитесь, пожалуйста. По-моему, для тех, у кого припадки случаются... От чего? Сейчас узнаем. Да, ладно. Пипец, есть идея, как его быстро запустить. Вставить еще один стержень у него. Да, кстати. А давайте. Ты жив? О! Что я нашел? Значит, все хорошо. О, все, да, стержень еще один вставил, все хорошо. А я только фонарик подобрал, ну ладно. А я в адмирала вколол нейролеп. Все плохо. Не вставлять два стержня, не вставлять, все плохо. Что, перегреется? Все очень-очень плохо. Что происходит? Два стержня это смерть автоматически. Почему? Че сейчас долбанет? Он реактор перегревался, потому что. Ну сейчас он работает на одном стержне и... Так потому что в зависимости от того, полный стержень или нет, энергия выдается. Ну, давай, реактор почти работает. Чуть-чуть, не хватает капельки, он сейчас выйдет на стандартную мощность, может быть. О, какой-то. Я в окно смотрю. Может пробовать ее сейчас на критической выработке потащить и как-нибудь вырваться? Могу попробовать, если хотите. Так. Воу. Качок, электричество. Качок, электричество. Погодите, у нас тут что-то сломанное. Погодите. Сейчас я это отремонтирую. Пилор. Полностью? Насмерть? Да. Чем? Кого? Я в море выплыл. Зачем? Ну, потому что меня затопило, и дверь закрылась. Неплохо, неплохо. Фрукт, это нормально под водой? Да, я починил. Ну, поднимись по лестнице. А? Поднимись по лестнице наверх. Я там буду лежать. Я не понимаю, почему вода прибывает. Кто... Окно забыл. Поднимись наверх. Кто форточку открыл? Наверх, Фрунь, наверх. Иду, лезу со всех сил. Направо. А-а-а. Ой, это опс. Я. Пошел с дробой фигачить опять. Малый насос. У адмирала приступ. Может не давать адмиралу дробаш там, я не знаю. А че вы меня закрыли? Я умираю вообще. Ну как бы я уже умер? Не, погоди, уже или еще? Погоди, тут такое... Где насос у нас вообще? Вон внизу! Да чтоб тебя... А вы знаете, где вы? Я знаю, я на подводной лодке. Нет, удивительная осведомленность, черт побери. Посмотрите фото в чате. Я не могу сейчас заглянуть в чат. Надо... А, у меня голова перекладина зацепилась. Я не импостер, но у меня есть лом. А, почему у меня опять космический герпес? Пронесли оружие холодное на борт. Мне его в самом начале дали с собой. Дайте его. Я не вижу. Опа, до свидания, реактор. Меня мое единственное оружие набирает. Зачем вам оружие?
Это не оружие, это лом, это для работы надо мне. Дайте подышать, блин. Я механик, мне такое нужно. Механик. Да шо, опять не видно ничего. Ну чё, можно и в темноте еще нить. Так я сейчас. Мне кажется, у нас здесь где-то дырка. Я не пойму, где дырка, я сегодня еще уже бегал, надо бы сверху глянуть. Так я тебе говорю, наверху, я так... там сдох. Я понимаю, но я до туда не добрался. У нас реактор бахнул. В открытом океане. Тебя возродят через 2 минуты, ты к нам приплывешь. В другую сторону, Слав, направо надо. Так, чертов кислород. Понял. Привет. Там, о, если что, не пробоина, там не пробоина, там просто шлюз. Открытый? Открытый, по каким-то. Закройте, причинам, пожалуйста, будьте бобрами. Нас сейчас всех тут смоет. Я не полез туда. Хотите лезть? Еще не настолько критическая ситуация, чтобы открывать шлюз. Сейчас я профессионально тут. У меня заканчивается баллон, мне надо воздухом дыхануть. Короче, мне не нравятся все эти ваши маски дыхательные, я надеваю скафандр и погнал чинить. Нет, иди, короче, купайся, тут куча руды под вами. И монстров кучу под вами. Давай, иди, здоровайся. Я, наверное, тоже в костюмчике побегаю. У нас насос не работает. Кто? Насос не работает, говорю. А, черт. Мне может тоже одеть? Да, как хочешь. Я обжегся, серьезно, в скафандре? Да, ты не шаришь. Ладно, стоп, понятно. Где? Так, минута до запуска. А, ну, что? Ну! Куда? Там мне надо подышать. Забрали баллон. В смысле баллон? Ты имеешь в виду скафандр? Нет, баллон. Вот. Все, мы откачиваемся наконец-то. Ну, фух. Мне вот этот чувачело напрягает. Элдрич Бак. Да блин, я не понимаю, у нас пробоины нету. У нас нет пробоины. У нас просто, наверное, изначально в корабль должна была вода затекать. Это инженеры так придумали. Да? По принципу, чтобы не было давления на корабле, просто чтобы изначально он был затоплен, и проблема с давлением решена. Да-да-да. Да. Идея хорошая, в принципе. Что за удары? Кто ж... Да, адмирал, ты надоел стрелять по всем. Чуть что сразу? На этом сервере разрешено... В смысле 4 разрешены? Кто тут 4 юзает? Подождите, я команду пробую. Как не надо. Видеть? Короче, water команду, там на правую кнопку мыши, по-моему, осушать. Не надо. Я уверен, нам ну, надо что будет делать. Зачем вы? Чтобы воду налили. Кто воду сюда налил? Я хочу его связать. Кого, меня? Нет, не тебя. Эрика Бакли. Так он сдох. Открыв течение, я не знаю, по каким причинам ты по нему шмалял с дробовика. Ну хорошо. Я его прощаю, да? Я устраиваю потоп. Зачем? Закройте чертов шлюз. Я не могу, у меня нету прав. Помогите встать. У меня тоже нету прав. У кого еще нету лев? Так, шлюз готов. Я его заварю. Я сейчас шлюз заварю, короче. Он нам не нужен. Да, хорошо. Погиб. А то я начну стрелять, кого убью. Ну что, че сразу стрелять? Че сразу угрозы, да. Почините реакторы. А, блин. Зуземи, ты жив? Почини реактор. Включи его. А вы где? Я мотаюсь по кораблю, пытаюсь починить хоть что-то, я не могу найти, откуда затопляет, но настолько только отхлебывает водичку, опять начинает лить. Опа, реактор бабахнул. Молодец, Зюземя, молодец.
А, это, отпускайте меня, я прошу. Цуземе, признавайся, это ты или ты? Это Цуземе. Кстати, возможно, мы сейчас найдем, где была дыра. Похоже, она была в реакторном секе. Похоже, мы сейчас найдем... отсутствие половины корабля. Да-да-да, это вполне возможно. Чисто теоретически у нас нет половины корабля. Зузем, я тебя спасать не буду, ты плохой человек. А я пытался и так. Точно на вашем корабле? Минуточку. Вообще-то пробоины никакой нет. Нет. Кстати. Без реактора не будут же работать насосы, правильно? Вода заливалась совсем по другой причине. По какой? У нас реактор взорвался, но я с помощью отвертки его в норму привел. А вот в конце матча расскажу, по какой причине. Ладно, внимательно слушаем. Что, внимательно слушаем, когда закончим? Да-да-да-да-да. Вот ты, конечно, подступил вот прям как самый хороший... Прям как хороший человек, ты хотел сказать, да? Да, все баллоны, ой, все топливные стержки с собой на тот свет решил забрать. Я не думал, что он второй раз попадется за тебя. Украдкой оглядывайтесь, ага. В смысле? Сделал бы то же самое, что делал в прошлом раунде. Ребята, я поплыл куда-то, я в море. Страшно. Я не знаю, где вы. У нас вся подлодка в воде. Она на той подлодке вроде. Нет, она... Подлодка не должна находиться так. Это немножко не так работает. Я куда-то плыву. Фрум, ты сейчас сдохнешь тут от нехватки кислорода. Почему? У меня-то он есть. А, это у меня его нет. Я думаю, кто пищит? А кто все с собой баллоны стырил? Я. Что, блин? А, и дай угадай, ты под водой. Я зареспавнился на челноке. Я сейчас куда-то вниз плыву. У нас, короче, где-то в море плавает труп со всеми нашими кислородными баллонами. Хорошо. Это прям неплохо, да. А тут еще живой плавает. Труп. Живой труп. Мы втроем остались. Ага. Я воскрес. Фрум, найди меня. Найди меня. Так у тебя подводная лодка, по-моему, в рабочем состоянии, не у нас. Мы к тебе подплыть никак не можем, плыви к нам. Она исчезла. Я вышел поплавать, а она исчезла. Милочка, ты хочешь сказать, что ты вышел из маленького челнока и потерял его? Да, нет, там челнок исчезает. Там челнок исчезает, если да. Так, вопрос такой, где мне теперь найти кислорода? А, кто же его знает-то? Бедный жизнь. Согласен. Ну смотри, у нас корабль, в принципе, в норме, электричество есть, в принципе. Больше ничего не надо. Да, то, что вон все электрощиты у вас дымятся, это вообще насрать. Это норма. Это норма. Я сейчас починю, не переживайте. Они будут. О! Оп, у меня механика прокачалась. Вылези, пожалуйста. О, спасибо. Все, видите, работает все теперь. О, тут прям хорошо все выглядит. В каком плане? Плохо? Ну я захожу, труп плавает, все не работает. Я понял кое-что. Ну? Вот. Ну? Ты понял, и чего? Кто-то понял. Главное, что что-то понял, да. Я вас нашел. Это я была угроза, храм. Погоди. Мне где-то на фоне должна слышаться музыка страшная. Это ран тан 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 тан. А он там не зайдет, я ж заварил. Впустите, впустите. А у меня нету, у меня плазменный резак украл кто-то. Да... Мне нужны кислородные баллоны, их нет. Кто столько дышит? А почему у нас здесь дырки нет? Откуда здесь вода? Ну, во-первых, у вас вообще-то есть дырка. У вас дырка...
в смысле, в балласте у вас дырка. И вас, и вашу дырявую лодку, и... Короче, Слаг, вот, вниз иди по лестнице. Вот прям, скажешь, по лестнице вниз, и там в насосе дырка. Кислородный баллон, я из сварочного аппарата еще кислородный баллон достану. Так это ж так вроде не работает. Мне без разницы. Неважно, чем дышать. Да, блин, тут уже все позаканчивалось. Прям вниз спускаешься, и там дырка. Да, 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 открывай. Вот. Охренеть, а ты мог сразу сказать? Так в насосе дырка, в насосе. А, в насосе? В реакторе. У вас в реакторе дырка. В насосе, в реакторе. Нет, в реакторе дырки нет, не надо мне тут. Одна сплошная дыра. Знаете, такая подводная лодка, наличие металла 20%. Как человек, сделанный из жидкости больше, чем на 80%. Ну, насос теперь работает отлично. То, что это тогда не подводная лодка, а водная лодка. Кстати, это имеет смысл. А, у нас кстати, у вас умер еще один. Еще один-то кто? Бот, похоже. Казак, кто сдох даже сейчас? Кто-то. Я сдох. Да. Я подумал, бот. Вот. Слаг. Да, мы с Фрумом отчаянно пытаемся починить корабль. Фрум, мы заспавнились, да неужели? Супер. Нет. А почему я заспавнился, у меня уже космический герпес. Плохая наследственность. О, а я вижу тебя. А, я вас вижу вдвоём. Не плывите к нам, не плывите к нам, вы нас потопите. Вам налево, вам налево. Я знаю, куда нам плыть. Да ничего ты не знаешь. Я знаю, смотри, сейчас как в камень ушатаюсь. Смотри, как надо, да? Да, фигня. Да, смотри, как надо. Ты пока что стоишь на месте, у тебя очень уродливое лицо. Да потому что мне герпес. И вообще сейчас тебе гаечным ключом по башке за уродливое лицо дам. Так, у меня сейчас к черту воздух закончится, и вообще все будет хорошо. Иди куда-нибудь, мы плывем, есть немножко воздуха. Сейчас ты по башке дам. Я не знаю, у нас все еще плохо. Что? А можно как в Sea of Thieves просто бедрами воду выплескивать? Нет. В куда? Да че космический герпес-то? В воду. Это нормально, что у меня сейчас, короче, голова на 360 градусов повернулась. Это нормально, конечно, что у меня опять управление? Да хватит, отпусти меня. Отпусти меня, я тебя изобью сейчас до смерти. Это на фоне слушать довольно весело. Отпусти меня, я тебя изобью до смерти. Причем у нас подводная лодка, вот у нас реально подводная лодка. А у них челнок, там максимум две комнаты, это у них столько там проблем. У нас не осталось места, кстати, чтобы подышать, поэтому да. А что лодка? Ну давай, 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 лодку против гаечного ключа. Ты говоришь, подышать негде, да? Нет, я понял. Я тебя понял. У меня есть кислородный баллон, возьми. Не-не-не, я отъехал. Нет! О! Я что-то бахнул. Да хватит меня избивать! Первый начал. Поменять баллон. Весь челнок взорвал. Да стой, хватит меня избивать. А нет, это я вас взорвал. Кто там кого уже взорвал? Вас, я. Ты будешь жить, я тебе не дам умереть. Фрум, ты жив. Я понимаю, хотя до сих пор показывает кислородную недостаточность. О! О, да. Чего? Я так понял, мы достигли критической отметки. Это был коллапс, да? Кстати, посмотри, что у нас написано на нижнем плавнике, я только сейчас заметил. Чё? Ну-ка. Бар... А, барсук. Ну да, типа первое питейное женское заведение. А мы до критической точки, я так понял, добрались, да? Да. Так, народ, кто был импостером первое время? А, в смысле, сервер отключен. Ну, потому что... Это я игру сломал. Тут, короче, команда есть. Что, будем еще раз? Тут есть команда,
взрыв. Я написала там максимальное значение радиуса и дамага. Да, еще есть команда спавна эндворма. Вот тоже очень крутая команда. Вот. И вы, короче, все там сдохли. Короче, народ, когда нас осталось 3 человека на корабле, мне начали нашептывать голоса. А, так предатель. Я чиню, потом приплыву, а она сломана. Я... Получается, а серьезно? Можно про этот монстр, пожалуйста. Вот. Не, народ, я думаю, что все, на этом сегодня серию будем заканчивать, потому что она уже подходит к часу. Это было довольно забавно. То есть, в принципе... Было да, вот это... реактор рвануть забавно. Нет, я реактор ни разу не взрывал, мне дали импостера слишком поздно. Потому что, говорю, мне оставалось бегать, гадить по щиткам и насос колупать, и все. А я, короче, смотрю, что во второй раз импостеры ничего не делают. Ну, я, короче, на насосах набор поставил, а вы их, короче, чинили, а не понимали, где дыра. Вот оно что было. Ну, то, что а я говорю, я не знал, где дыра, вода прибывает. Я же весь корабль оббегал, а оно все не это. Ладно, ребятки. В следующий раз тогда, если вы не предатель, то ну, не надо взрывать реактор или насосах. Ну так если не предатель, то да, нужно честно спасать лодку и чинить. Каждый раз либо нас взрывает, либо нам насосы ломает. Я вообще вел вот эту вот команду, и у вас вся игра крашнулась. Нас взорвало. Нюкнуло немножечко. Бывает. 3 раза еще. Ладно. Все, ребятушки, будем на этом серию заканчивать. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Была, по-моему, очень прикольная, интересная серия. По крайней мере, разочек поиграл за импостера. Было тоже довольно интересно за этим наблюдать. А я пишите... вообще взорвал. Да, вообще взорвал весь чат нам в начале игры. Пишите, что вы думаете, как, что, где. Попробуем в следующий раз выбраться или на кастами, или что-нибудь другое интересненькое сделать. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, всем ладушек. Всем пока. Пока.